ручку на себя. Не нужно, да. Все. Утро в клинике 18 пациентов, 16 ребятишек, двое взрослых, 9 пациентов реанимации, из которых 7 ребятишек, двое пациентов взрослых. Состояние их оценивается тяжелое. Всю ночь мы работали вместе с коллегами из федеральных центров города Москвы. Нам коллеги очень сильно помогали. Мы отрабатывали все вопросы, касающиеся лечебных, диагностических мероприятий. Провели с утра консилиум, было принято решение, что с Удмуртской республики будут эвакуироваться в федеральный центр город Москва 15 человек.